Шеф-повар Максим Григорьев. Салат овощное ассорти. В нашей полосе сейчас самое время для салатов из зимних овощей, а именно капусты, свеклы, моркови. Предлагаю вам овощной салат, который замечательно подойдет к любому гарниру. Такой салат может храниться один неделю в холодильнике, если сделать его впрок. Готовится такой салат несложно и довольно быстро. Для нарезки свеклы и моркови хорошо использовать корейскую терку, а лук и перец следует нарезать полукольцами, тогда у салата будет красивый внешний вид. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Вода 400 мл. Капуста белокочанная 300 грамм. Лук репчатый 1 штука. Масло оливковое экстра вёрджин 100 мл. Морковь 1 штука. Перец сладкий 1 штука. Сахар 2 чайные ложки. Свекла 1 штука. Смесь перцев 0,5 чайных ложек. Соль 1 чайная ложка. Уксус столовый 9% 80 мл. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Для приготовления салата нам понадобятся овощи, капуста, свекла, морковь, лук, перец болгарский и чеснок. Также нам понадобится уксус, соль, сахар, вода, оливковое масло, перечная смесь. Шаг 2. Тонко нашинковать капусту, морковь и свеклу очистить и натереть на корейской терке. Шаг 3. Очистить от семян болгарский перец и нарезать вместе с луком полукольцами. Шаг 4. В воду добавить сахар и соль, довести до кипения. Дать раствориться соли и сахару. Затем влить уксус. Шаг 5. К овощам добавить чеснок, выдавленный через пресс. Влить оливковое масло и поперчить. Добавить маринад. Шаг 6. Салат хорошо перемешать. Накрыть емкость крышкой и убрать для настаивания в холодильник на 4-5 часов. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.